Ну, идем дальше. Так, лагерь сопротивления. Она упорно, конечно, не хотела туда идти, но что поделать. Там, возможно, просто сейчас анимона появилась. Мы же когда в прошлый раз ходили, туда ее не было. Там вообще никого не было. Ну, из каких-то худо-бедно сюжетных персонажей. Так что сейчас, наверное, на какой-нибудь интересный диалог наткнемся. Приветики, ребятки, что у вас тут интересного? Так, анимоны все еще нет. Подождите, а нам разве не сюда так? А, нам нужно выйти, нас, наверное, на входе ждут. Видимо, разрабы немножко не предусмотрели. Воу-воу-воу-воу! Пасхальку не трогать. Блин, вот он, наверное, сейчас зарубит бедняку. Спасибо большое, что спасли меня. Да базаришь, Паскаль, братишка. Ну давай, рассказывай, что у тебя. Ты тоже робот. Подожди, пожалуйста, у меня нет намерений навредить вам. Меня зовут Паскаль. И это хотя я вправду робот, но ненавижу сражения в любом их проявлении. И чё? У машин нет души, они просто боты-убийцы с воображаемыми именами. Они убили многих из нас, и я поклялась отомстить им. Понятно. Если это спасет твою душу, так тому и быть. Уничтожить Паскаль? Нет, мы не будем уничтожать Паскаля. Ты не собираешься убивать меня? Просто заткнись и проваливай, пока я не передумала. Ты... Нет, не важно. Благодарю. Зачем в натуре? В космос! Так... Лол. Вот это лол просто. Так, и все, и наконец мы можем идти в этот... в лагерь сопротивления. Ну давай, анимона, я надеюсь, ты на месте. Ага, вон женщина попалась. Ну рассказывай. Номер два, ты все еще жива. Прости, что не выходила на связь, анимона. Ты выжила, это самое главное. Хотя я боялась, что все вы, боевые товарищи, давно погибли. Я убила номер 21 собственными руками. Прости. Нет, это... О, верно, ты знаешь, есть член Йорха, который выглядит прямо как ты. Ее зовут Туби, она... Она мертва. Что? Туби мертва, я убила ее. Она была инфицирована вирусом схем. Оу. Вот как. Прошу, чувствуй себя как дома в нашем лагере. Я найду кого-нибудь, кто покажет тебе окр. Нет необходимости. Ее воспоминания хранятся в этом мече. Ясно. Тогда ты можешь использовать ее старую комнату. Я управляющий в этом лагере, я обязательно расскажу все, всем о тебе. А что мне, на кой ее комнату? Давай дальше. Эй, анимона, у меня к тебе вопрос. Не одолжишь мне случаем топливный фильтр? Топливные фильтры, боюсь, что они недавно закончились. Их делает Паскаль специально для нас. Вы можете взять фильтр у него. Паскаль? Ты знаешь его? Ты торгуешь с врагом? Его деревня другая, они никогда не нападали на нас. Ни за что, забудь. В это трудно поверить, но мы создали альянс и обмениваемся нужными материалами. Для достижения нашей цели подойдут любые средства. И кстати, мы и сами не лучше, ведь убиваем машин, когда те сдаются. Она в шоке, походу, А2. Так. Сейчас нам бот что-нибудь, наверное, скажет, или кто-нибудь на связь выйдет. Внимание, сломанный фильтр может вызвать ухудшение подачи топлива. Предположение, требуется срочная замена детали. Ага, я знаю. Подтверждены координаты колонии, где проживает машина по имени Паскаль. Местоположение отмечено на карте. Ты явно не знаешь, когда тебе стоит заткнуться. Так, ну-ка, ты мне можешь что-нибудь улучшить?
Откуда вы достали это оружие? Ох, она погибла? Оружие Йорха сохраняет внешние воспоминания тех, кто использовал его. Пожалуйста, хорошо, заботьтесь о ней. Как скажешь. Ничего нету нового. Ну-ка, а этот что нам скажет? Я поддержу вас, несмотря ни на что. Ну, а слушайте, давайте-ка лечилок купим, потому что у нас их достаточно мало осталось. Вот и все. Так. Чистой воды нам не хватает. Ну капец, объединить. Урон оружия можно еще прокачать. Ну ладно, это все неинтересно. Ну шо, Паскалюшка, иду я к тебе. Вы еще живы? Ну тогда да. Вы должны выжить любой ценой. Не время для трусости. Как скажешь, братан. Так, секунду, мне вот что интересно. Что у нас тут? Есть что-нибудь, что достойно нашего внимания? Давайте вздремнем. Смотрим, что будет. Так, собственно, телепорт же нам нужен. Так. Последний раз, когда мы там были все мертвые. Здесь кругом машины. Это колония миролюбивых машин под предводительством единицы по имени Паскаль. Это логично в условиях проживания здесь большинство большего количества машин. У данных бота есть опасения касательно предсказуемости единицы А2. Будь я тобой, больше бы переживала о возможности того, что я тебе могу сделать. О, мы с вами уже встречались. Еще раз спасибо за то, что спасла меня. Послушайте, а чем я могу вам помочь? Отчет. У единицы Йорха А2 неисправлен топливный фильтр. Она получила информацию от Анимоны, лидера сопротивления. И пришла сюда с целью получить новый фильтр. Конец отчета. Запрос. Один новый топливный фильтр. Тебе действительно нужно было все так выставить? Анализ. Помощь бота была необходима ввиду слабой вербальной коммуникации А2. Заткнись. О, ясно, понятно. К сожалению, в настоящий момент у меня недостаточно материалов. Для создания фильтра мне необходима твердая древесная кора, но единственное известное мне место охраняется жуткими машинами. Простите меня, но боюсь, что я сейчас не могу сделать фильтр. Подтверждение. Единица А2 добудет и принесет древесную кору. Не решай тут за меня. Места с твердой древесной корой отмечены на карте. Проклятие. Анализ. Враждебность к мирному роботу Паскалю бессмысленна с точки зрения энергопотребления. Предположение. Немедленно выстроить дружеские отношения. Да ты верно шутишь. Жесть. Это такой гек вообще, не могу просто так. Модули карты, это куда нам? Так, все ясно, лесная зона центр, окей.
Да, конечно, бот у нас вообще ударит, прям мочит только так. Здесь, наверное, еще эти безумные пацаны ходят все еще в надежде отомстить. Да, легки, как на помине. Отомстим за нашего короля, кричат сейчас из кустов, такие ха-ха. А ну пошли от меня, ох, нахрен, говноеды. Дела немножко плохи. Восстановил сразу много здоровья. Ой-ой-ой, у меня еще не готово. Стоит, смотрит такой на меня сзади. О, вот это нифига, я их смел. А чё они успокоились? Я слишком сильно много им навалял. Странно, ну ладно. Ой, да ну вот в жопу. Полагаю, мне стоит вернуться к тому роботу. Я думал, что нам сейчас 10 коры нужно собрать, там еще что-нибудь. Не, ну, раз все, то я и не против, конечно. Быстро справились. Так, ну что, Паскаль, все у меня есть. Давай мои топливные фильтры сюда. Вот необходимый материал. А, большое тебе спасибо. Я сейчас же соберу фильтр. Дай мне немного времени. Опять он летает. Он может летать? Внимание, робот Паскаль вернулся. О, А2, могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Ранее ты уже дал мне бесплатно этот фильтр. Я должна вернуть долг. Это бы не давало мне покоя. Как добросовестно с твоей стороны. Ага, если что-нибудь придумаешь, дай мне знать. Раз уж ты напомнила, у меня как раз есть небольшая проблема. Ужасный робот нападает на наших детишек в месте, где они собираются играть. Могу ли я попросить уничтожить его? Надеюсь, ты согласишься, мне действительно больше не к кому обратиться. Большое спасибо. Я обещаю отплатить за то, что отвлекаю тебя. Борьба с плохим роботом. Это, конечно, да, это кек. Ничего тут не скажешь. Так, 1 000 000 лет не сохранялись уже. Борьба с плохим роботом. Это так, конечно.
Обнаружены враждебные формы жизни. На капусту просто вообще. Я помню, у вас даже большие роботы здесь были, они бы вполне могли его завалить. Я понимаю, что вы тут все такие не любители сражаться, но, блин, ребят, надо, иногда надо. Я уже в курсе, что ты одолела это мерзкое создание. Большое тебе спасибо. Вот твоя награда, прошу, прими ее. Ей! Прочное гнездо, потрясающе. Я построил эту деревню, потому что мне... притят сражения. Мне хотелось, чтобы она стала монументом силы, мира и покоя. Но когда мы отреклись от оружия, мы стали неспособны защитить самих себя. Теперь многие хотят вновь вооружиться, чтобы уничтожить всех врагов поблизости, дабы защитить наш мир и спокойствие. Как думаешь, А2, что мне делать? Не знаю. Тебе решать. Да, полагаю, что так. Но скажи своим жителям, если кто-нибудь нападет на меня, я сотру это место с карты. Я обязательно уведомлю их. А2. Если хочешь, можешь смотреться в деревне. Будет неплохо, если ты узнаешь нас получше. Конечно, если захочу. Ага, круто. Борьба с плохим роботом. Надо записать, что я это сделал. Хотя я не думаю, что вообще у кого-то по умолчанию могли бы быть трудности с этим квестом, чтобы его потом прогугливать. Но ладно. На всякий случай, как говорится, лишним не будет. А, у тебя еще задание? Приветствую, А2. Я ценю усилия и время, которое ты потратила на наших детей. Каждый из них для меня уникальное сокровище. Верно, они сокровища нашей деревни, наше будущее в их маленьких ручках. Полагаю, тебе странно видеть, как робот пытается рассуждать о будущем? Я не знаю. Я верю, что наши дети смогут противостоять бессмысленным конфликтам этого мира и проложить новый путь для нашего народа. Однако, у одного из наших детей поврежден блок памяти. Если мы что-нибудь не сделаем, ребенок, возьмите и почините его, в чем проблема? Увы, у нас нет деталей для этого. Их можно найти только в глубинах заброшенной фабрики, а эта область кишит ужасными роботами. Мне больно это признавать, но А2, ты единственная, кто способна сделать это. Большое спасибо. Необходимая деталь находится в области заброшенной фабрики. Я буду тебе очень благодарен. О, господи. Я вообще так мечтал больше никогда не связываться с этой ебучей фабрикой. Сестренка! Эй, сестрица! Что? Ну же, сестрица, поиграй с нами. Я не играю с роботами, а теперь проваливайте. Ну же, я хочу поиграть с тобой. Я андроид-балбес, я твой враг. Что? А, ну это она им говорит. Поэтому делай, что велено, или я надеру твой зад. А ты смешная. Это не должно было тебя развеселить. Сестрица, принеси что-нибудь для игр, сестрица. Чего? Ну уж нет. Но нам нужно что-нибудь для игры. Ага, сейчас. Ага, сейчас так скучно. Серьезно? В магазине инструментов продается куча всяких штук. Сходи и купи нам что-нибудь. Ага, купи нам что-нибудь. Ну, давай. Ладно, ладно, хватит уже подслушивать. Е-е-е, получилось. Поиграй с нами. Господи, тут еще задания появились. Добро пожаловать. Ищите что-нибудь для детской площадки? К сожалению, в настоящее время у меня нет ничего подобного в ассортименте. Однако я могу сделать кое-что, если у меня будут необходимые материалы. В общем, вот, здесь список того, что мне необходимо. Принесите мне эти материалы, я смогу взяться за работу. Все здесь необычно назойливы, говорит А2. Что за вздор? Мы не такие. Ладно, я сделаю это. В противном случае ты будешь приставать ко мне каждую минуту. Прекрасный выбор. Все, что необходимо, вы сможете найти в парке развлечений. Вот черт, это же так далеко отсюда. Счастливого пути. Вот отстой. Бедняга А2. Она видела некоторое дерьмо. Ее это реально дико бесит. А ты что за хер?
Я очень уважаю Паскаля, ты знала? Я имею в виду, он ведь в одиночку построил эту деревню для таких изгоев, как мы. Мне обязательно надо показать, насколько я ему благодарен. Если бы был хоть один способ, хоть один. Да-да, я могу дать совет. Никаких советов, я просто хочу показать, насколько благодарен ему. Так или иначе, я думаю, он может обрадоваться новой книге по философии. Я слышал, такую можно достать в лагере сопротивления. Хорошо, я принесу тебе книгу. Как бы то ни было, я и сама задолжала этой жестянке. О, это прекрасно. У некой анимоны есть большая коллекция таких книг, так что вам надо всего лишь взять и украсть. Да нет, я думаю, есть более лучший способ. Охренеть, да ты меня к воровству побуждал, скотина. Наедский робот. Ладно, давайте сначала в лагерь сопротивления, может, к анимоне сходим. Паскалю нужна книга по философии? Так получилось, что на днях я как раз дочитала одно. Можешь взять, если хочешь. Спасибо. Не могла бы ты передать ему золотой руды? Он как раз спрашивал недавно ее, и у меня наконец получилось достать ее. Хорошо. Кто мог подумать, что странный робот заинтересуется философией? Ты так не считаешь? Это заставляет меня задаваться вопросом, насколько много нам известно о нашем враге. Хотела бы я знать, говорит А2. Так, что происходит? Только там, где заканчивается государство, человек будет чувствовать себя не лишним. Понятно. Кажется, этот Ницше был довольно глубоким мыслителем. Или, возможно, он пропустил всю глубину сей мысли и просто обезумел. Ой, ладно, закончим на этом. Пожалуй, лучше выйти в свет, чем сидеть с головой в книгах. Что? Я Паскаль! Дядя Паскаль, поиграй с нами. Да, давай поиграем. Только взгляните на себя, ваша речь стала на порядок лучше. Но я боюсь, что вы еще не закончили со своей учебой, не так ли? Вы обещали прочитать и запомнить это руководство по ботанике, помните? Но ты поиграешь с нами, когда мы закончим, верно? Да, пообещай нам. Конечно же, даю слово. И дядя Паскаль никогда не соврет и не нарушит свое обещание, потому что дети, которые лгут, становятся очень-очень злыми роботами. Что это? Так, что-то нехорошее начинается, я чувствую. Верно, теперь мне нужно отдать это Паскалю. Господи, так. А2, прием. Помоги, деревня в опасности. Жители, о нет! Паскаль, прием. Что за хрень там творится? Предположение, у ценного источника информации, известного как Паскаль, возникли трудности. Предложение, единица А2 должна немедленно исследовать деревню Паскаля. Да я уже в пути. Блин, надеюсь, у меня задания-то не провалились. Ух, они провалились, зараза. Блин, они провалились.
суга. Так, окей, значит, нам тогда надо переиграть. Так, 32-25. Да, вот это. Короче, мы сейчас не пойдем просто ничего отдавать книгу. Вот, соответственно, выполним задание с игрушками. Найдем там эту схему для робота, и потом уже будем с книгой разбираться. Так, окей. Угу. Фабрика вход, идем туда. Вообще, в идеале, конечно, успеть выполнить два задания эти. И идти спать, потому что уже поздно. Ох, как хорошо, что никто не нападает. Ой, да вы все мертвые, это вообще просто прелестно. Тут открыта дверь. Знаю, туда ли мне действительно нужно. Да блин, а. Просто тут неудобная карта очень для того, чтобы вообще что-то делать. А, ну вот, мы пришли в нужную область. Круто, нам повезло. Это чё, это пауки, они сверху просто выглядят как турели. Нифига, смотрите, какую он полосу выдал. Ой, она почему-то вверх полетела. А, нет. Вертикальные, а не горизонтальные. Воу-воу-воу. Да прыгай ты, женщина! Надо, короче, с пауканом разбираться сначала. Он создает больно много проблем. Ой-ой-ой, лазер, язер. Так, заваливаем паукана, отлично. Противники уничтожены. Значит, вот эта деталь нужна Паскалю. Поверить не могу, что убиваю роботов, чтобы спасти робота. Так, черт, все это, пойду, наведусь к Паскалю. Нам же сюда? Нет, не-не-не, здесь в меня не стреляли. Точно, точно, нам. Да, господи, здесь опять какая-то... Что-то безумие какое-то с навигацией камеры происходит. Так, пацаны, я тут вас перепрыгну всех, если вы не против.
все, и валим, 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 валим. Надеюсь, сюда никто не спустится. Фьюх! Так, и дальше у нас по плану парк аттракционов, да? Отличненько. О, прелестно. Сразу в нужное место. Вот Паскаль такой вообще интересный. Ребята у него в деревне тоже такие, типа, мы за мир, любовь там, да. А типа, иди, убей мирных роботов в парке аттракционов. Ну, просто охуительно. Вот. Просто вот я даже не знаю, как всей охуительности описать. Это единственное место, куда я прихожу с большим удовольствием во всей игре. Где праздник любовь и жвачка, и тут, иди их убей всегда. Уж не первый раз меня посылают туда всех убивать. И я в очередной раз говорю, что не очень рад этому. Ой, подождите, а мне что, пати-танк надо будет убивать? Да ладно, серьезно, что ли? Жесть какая. А, я же забыл, все, здесь нету больше праздника. Бедняжки роботы обезумели. Так, мне здесь какие-то куски игрушек надо найти. Не знаю, из вас ли, пацаны, они выпадывают. Судя по всему, нет. Судя по всему, они где-то валяются. О, точно, они валяются. Они все еще меня не атакуют. Я не могу поднять на них руку. Даже когда у них такие разъебанные ужасные морды. Так, это что? Здесь, по-моему... Да ладно, там же раньше вещь какая-то лежала. В смысле, не игрушка лежала, это точно я помню. Голду подобрали. Бедняга, ты тоже обезумел, глазоньки-то красные. Так, а, пати-танк, он все равно пати-танком остался. Он не стал от этого стрелять какими-то смертоносными снарядами. Танк. Вот такой танк мне по душе. Только вот где игрушки находятся, я что-то найти не могу. Наверное, надо подняться сюда. Ей! Наконец-то. Ну... Пожалуй, этого должно хватить, чтобы развеселить этих проказников. Надо бы все забрать и отправиться в магазин инструментов. Все, идем, отлично. Сдаем эти два квеста. Паскальская деревня, где ты? Деревня. Ой-ой-ой, какая в жопу лесная зона. Деревня Паскаля.
Вы нашли материалы? Отлично, подождите немного. 5 минут спустя. Готово, я построил то, что вы просили, установил это на детской площадке. Это было быстро, говорит А2. Кроме того, дети сказали, что хотят лично поблагодарить тебя. Они в верхней части деревни играют около горки. Уверен, они будут рады тебя видеть. Ой-ой. Да-да-да. О, это что, псевдо-тупой робот? Ну, рассказывайте. Эй, это же сестрица. Сестрица. Спасибо, что построила для нас эта сестрица. Ага, спасибо. Ага, понятно. Эй, сестрица. Что теперь? Мы просто хотели дать тебе кое-что, ведь ты помогла нам, так ведь? 51 уровень, это самое лучшее, что вы мне могли дать. Это подарок, благодарность. Ага, спасибо. Задание завершено, поиграй с нами. О, А2. Так, секунду, я запишу. Ах, не делай так, Паскаль. Прости, если я напугал тебя. Я слышал, что ты построила кое-что для детей и хотел лично тебя поблагодарить. Не стоит себя утруждать. Постарайся не перенапрягаться, хорошо? Не стесняйся заглядывать к нам, когда пожелаешь. Паскаль, иди давай отсюда. Группа роботов пацифистов, да? О, нифига, смотрите. Предположение, формирование дружеских отношений с Паскалем и поселенцами может помочь единице А2 добыть больше материалов. Предложение, исследовать деревню. Че, мы еще сейчас одного пиздюка излечим? Вообще молодцы будем. А2, ты добыла деталь для ремонта ребенка. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Это ничто по сравнению с тем, что ты сделала. Но все же прими это. Краситель, молдавит, метеорит. Пойдет. Честно говоря, мы могли бы переставить еду ребенка в другое тело, вместо того, чтобы чинить старое. Этот процесс позволяет нам перерождаться столько раз, сколько пожелаем. Однако это осуществляется ценой наших воспоминаний. Таким образом, он уже не будет тем же ребенком. К счастью, теперь это не проблема. Большое тебе спасибо. Круто, и завершили задание накопитель. Писюлину делаем. Так, задание. Карта, модуль карты. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ну, больше никаких заданий нет. Хорошо. Просто прекрасно. Вот. Собственно, уже получать книгу и узнавать, что там произошло в лагере. Ну, произошло же нападение, но мы не пошли узнавать, что именно. Мы это уже сделаем в следующей серии. Вот, так что давайте прощаться, и в следующей серии мы уже побежим спасать ребят. Вот, всем пока.